Тахо DHI NVR 5232 4K S2. 32-канальный одноюнитовый видеорегистратор с поддержкой ПОЕ и двумя жесткими дисками. Начнем с комплектации. Сам регистратор, сетевой блок питания, комплект проводов для установки жестких дисков, простенькая USB-мышь, Ethernet-кабель, колодка для проводов и документация. Теперь посмотрим на устройство поближе. Это относительно небольшой регистратор. Его размеры составляют 37 на 28 на 6 см, а вес чуть больше 1,5 кг без жестких дисков. Его можно установить не только на любую горизонтальную поверхность, но и зафиксировать на стене, для чего внизу на корпусе имеются соответствующие крепежные отверстия. Корпус выполнен из металла, кроме пластиковой лицевой панели. На нее выведены USB-порт для подключения флешки или мышки и светодиодные индикаторы работы. На задней панели гигабитный порт RJ45 для подключения к локальной сети, видеовыходы VGA и HDMI, аудиовход и выход для организации двухсторонней аудиосвязи, порты RS-232 и USB, колодка для подключения тревожных входов и выходов, а также разъем для подключения блока питания и тумблер питания. Данный регистратор поддерживает установку одного или двух жестких дисков SATA третьего поколения и емкостью до 10 терабайт каждый. Их придется приобрести отдельно. Эта модель имеет 32 канала для записи видео с IP-камер с разрешением до 12 мегапикселей и битрейтом до 20 мегабит в секунду на один канал. Суммарный поток для записи 320 мегабит в секунду. Поддерживаются кодеки H264 и H265, обычные версии и версии Plus. Обратите внимание, что к регистратору по HDMI можно подключить монитор с разрешением 4K для просмотра изображения с камер в высоком качестве. Можно вывести изображение с 1, 4, 9 или 16 камер одновременно. Также в плюсы можно отнести функцию обнаружения движения. Можно задать до 296 зон, а в случае перекрытия объектива камеры или потери видеосигнала регистратор оповестит пользователя, например, по электронной почте. Под конец отметим наличие фирменного приложения для устройств Android и iOS. В нем можно просматривать как изображение с камер в режиме реального времени, так и видеоархивы. Но учтите, что первоначальная настройка регистратора осуществляется либо через веб-интерфейс, либо с самого регистратора, для чего необходимо подключить монитор и комплектную мышку.